дорогие ребята, преподаватели. Вот и закончилась первая половина учебного года. И мы собрались, чтобы услышать, как подросли, поумнели наши детки, как набирается мастерства, ума и понимание высокого мира музыки. Не зря фортепиано называют царским инструментом. И фортепианную музыку также царская. Наверное, потому что этот инструмент наиболее универсальный и совершенный. Не умаляя достоинств других инструментов, все-таки фортепиано самый поэтичный и самый прекрасный инструмент. Но как труден и сложен путь к вершинам мастерства. И сегодня мы начнем с самых маленьких наших пианистов, которые находятся только в начале этого трудного пути. И на этом пути рядом с ними всегда стоят мудрые преподаватели, которые хоть и не боги, но вместе с учениками переживают, трудятся и четко направляют своих юных питомцев. Сегодня перед вами выступят некоторые ученики фортепианного отделения. Нельзя сказать, что это лучшие ученики, потому что у нас все ученики лучшие и прекрасные. Просто эти дети, ну, немножко лучше подготовили произведение. У них более интересное, может быть, произведение для концерта, более подходящее. Открывает наш концерт ученица первого класса, преподавателя фараконной Ольги Викторовны Беляева Лена. И в ее исполнении прозвучит армянская народная песня «Ночь». Thank you.
итальянского шутка. А скерцина маленькая шутка, шуточка, совсем небольшая, чтобы только улыбнуться. Кстати, почему на итальянском? А потому что в Италии в эпоху Возрождения произошел такой грандиозный всплеск искусства, что до сих пор музыканты всего мира пользуются итальянским языком для обозначения музыкальных терминов. Итак, скерцина, шуточка, играет Постникова Маргарита, класс преподавателя Королёвой Натальи Музыку песенку сочинил композитор Кудряшов, слова Пестюков.
Майор Германчук София, преподаватель по вокалу, ученик Оксана Дмитриевна. Начинается считалка. Играть сразу двум исполнителям, а на фортепиано это возможно.
фортепианный дуэт в составе Мартыненко Аси и Павленко Ксении. Преподаватель парафонная Татьяна Васильевна. Thank you.
Композитор Мьюз всегда, сегодня, завтра и всегда будет звучать эта прекрасная мелодия. Играет Ширяева Александра, глаз преподавателя Коротина Анастасии Игоревны. Thank you.
дуэт составили Ширяева Александра, Надежда Дарья, преподаватель Короевна Анастасия Игоревна.
Саша много музыки для детей и взрослых. Песня «Цверкунки» из комической оперетты «Черноморцы» поет Мартыненко Ася, преподаватель вокала Печенюк Оксана Дмитриевна. Концертмейстер. Ася, кстати, тоже у нас посещает два отделения. Давайте. Следующую пьесу написал композитор.
композитор Мусоргский дал ей название «Слеза». Навряд ли это слеза тоски или отчаяния. Скорее всего, это светлая, мечтательная слеза. Играет Завада Ольга, преподаватель Королёва Наталья Карина. Ну,
преподаватель Королёва. Но мы гуляем.
Люси, край на скрипте забыти, Белицу гору бралися лозы. И на бои крижани, від солодощі п'яні, наливають келихи морози. Спасибо всем.